Кайоги, сумишеньки, мы продолжаем пройти по названию Tiny Toons Adventures. Ой, блин, я вот вспомнил одну, да, вещь про Бандикам. Почему я не хотел снимать с помощью Бандикама? Потому что у меня идет потеря кадров. То есть сначала показывается видео, потом идет звуковое. Потом звук идет. Поэтому как-то вот это рассинхрон бывает. И это довольно херово. Хотя можно объединить, но, блин, меня херово слышно будет именно, потому что игра на максимум, а мой голос нет. Ладно, полетели. А следующий уровень у нас получается с вами это лес. Я помню. Бравов, и здесь будут волки, бабайки, или что типа того. Совы, летучие мыши. Еще какая-то чертовщина. Ой, стой, нужно вернуться. Вот этот уровень я прикалываю только тем, что здесь есть канатные дорожки. Вот такие. И в чем в них прикол? Просто кататься на них. Вот в чем прикол. За деревьями может быть коньишка где угодно. О, бабайки эти. Если не ошибаюсь, босс был обычный. О, победа прислала. Блин, честно, не вспомню, кто босс был. А, я вам же не показал, как птичка, да, работает. Блин, ладно, давайте вот здесь покажу. То есть мы свистим, вызывается тот или иной персонаж, то есть здесь у нас быстроход Вильям. В другом уровне, то есть там, где у нас было поле, был тупик, или как-то они так называются. Ну, типа стервятников. И стервятник, он скидывает большую, так сказать, кузницу. Наковальня. Вот здесь тоже прикольный момент, блин, только нужно шаплон. А, я не подлетел. Контишки везде же, говорю, спрят. Чертовый волк. Мне всегда нравилось агрить на специально этих волков, чтобы они на меня бежали. Пронесло. Какие вообще еще есть игры для прохождения именно такого формата? Типа, чтобы и был платформер. Чтобы было именно так весело. Ну, понятно, старые игры, тот же Винзи Черепашки. Там, где Шреддер с кристаллы собирал. Также про мужика из туалета. Он типа гуляет с козявками и убивает, так сказать, пердежом своим. И отрыжкой. Да. Там враги были вообще какие-то, не знаю, один, который пулялся яйцами с курицы. Как с пушки. Потом козел какой-то или типа того. Ну, не помню, я давно проходил это все дело. Вот Винзи Черепашка, я полностью помню наизусть всех врагов в правильном порядке, все уровни, в котором было, хотя я это проходил игру еще в 13-12 году. Ну, когда мы начнем игру проходить, я, так сказать, расскажу вам. А, еще про нацию. Игра называется Nuts. Про белчонка там тоже довольно прикольно. Чип и Дейл. Про белку ниндзя, Соники. Соник Хэчхог. Соник Хэчхог 2, Хэчхог 3. Соник и Наклз. Потом 3D Соник был. Потом Street
Fighter, но что-то наподобие Street Fighter. Только мы там... Вот это вот мне не нравилось. Постоянно ползаешь, ползаешь, так медленно все идет. Наподобие, что Street Fighter это было. Там мы с вами типа... Ну это этот... Beat'em up. Это был Beat'em up. Типа мы просто идем и убиваем врагов. Убиваем врагов, нам показывает стрелочка вперед, и мы идем дальше. Про этого. Наподобие, что это пятница 13, там, короче, мужик с мачете убивает всяких мертвяков, и вот, типа, девушку убили, она, или она умерла, я не помню, и, типа, мы отправляемся в ад, чтобы спасти ее душу. Что-то там, типа, такого была история. Никогда здесь пишите. Здесь ладно, здесь. Я, в принципе, здесь могу просто пробежать. Это чтобы не опасно. Это нормально. Это снова ж один из уровней альтернативных. Уже 10 контишек. Замечу, что это почти начало было. А тогда, когда я тратил все контишки, это был мой самый ненавистный уровень. Это вот там, когда, вот вы видите, там корабль. И там, где водопад. Если я не ошибаюсь, кажется он. Там водяной уровень, где нужно плавать осторожно, потому что... То там рыбка тебя укусит, то еще какая-то херь. Короче... Замориться можно, это пиздец. Так. Заберем пару морковок. Ауч. Блин, главное не тупануть, не упасть на сами эти шипы. Пушка. Плюс еще 5000, да? 5000, да, очков. Постоянно веселите соло. Ну, как, наверное, самый сильный из боссов. Блин, я не помню, какие здесь были боссы. Но помню, были довольно сильные такие. О, шары, да. Такое нужно рассчитывать. Ну, блин, я не знаю, если честно, но довольно легко все. Раньше, да, был пиздец. Да, походу по 5 уровней всего у нас... Сколько локаций? У нас вот сейчас были горы, лес, дальше, если не ошибаюсь, пещеры, потом вулкан, водопад, корабль, потом ледяной уровень, то есть снег, роботы и финал. Финальчик у нас состоит из двух боссов. Ну, то есть, один у нас босс, которого нам нужно бежать. Который ваншотит нас. О, да. Это из тех уровней, когда... Тебя может убить... Вот эти шипы нужно перепутать. Так, уже нету. Это не круто. Я понял. Так, а еще вспомнил. Battle Toads. Червяк Джим мы будем еще тоже проходить. Потом...
не знаю, я там довольно много игр таких понаходил, довольно прикольных, которые можно мне пройти. И просто коротенькие, Sega короткие игры. Ну, в плане, знаете, там всякие гоночки. Про Симпсоны, допустим. Про Барта, который я в игровую, типа, VR херню залез. Про. Я не помню. Ну, типа... Ой, у меня ХПшки нету. Надо осторожно это все делать. Подожди, я в этот уровень еще не играл. Не-не-не, я... Хочу выжить. Ага. И главное, понимаете, проблема в том, что я не могу посмотреть, что там находится внизу. Это все обманчиво, нельзя этому верить. Надо осторожно прыгать, смотреть. Все может убить. Моментально. Не знаю, мне всегда нравились игры, где много боссов. Этот, Мегамен, точно. Это что же относится к Sega? У меня есть просто сборник Мегамена. Хотя нет, подожди. Бля, я его походу удалил. Из списка. Это херово. Нужно будет вернуть в список Мегамена, откуда я брал вообще игру. Это, кажется, вроде наносит, а, типа, тормозит только. Что там еще было? Том и Джерри, Вилли Койот, ну, про это, Скорохода и Вилли. Или как там игра называлась? Про... Блин, фикс, по-моему. С одной стороны, ты знаешь, что их до хера. С другой стороны, что ты вообще не помнишь. Так же. Ну смотрите, блин, ну спринты довольно качественно сделаны, то есть задники, да. Враги, ну типа шипы, ладно. Откуда здесь шипы могут быть все в воздухе? Почему они вообще в воздухе? Волки, то есть некоторые враги подходят именно под локацию. Волк. Что у нас? Да. Ведьма, ну ведьма, ладно, скорее всего нет. Летучие мыши, совы, да, подходят. Я не знаю, что это, может это леший? Леший, я не знаю, что это. Похоже на лешего. Минус 2, то, что не могу смотреть вниз. Я не знаю, что там. Просто волк был. И кажется, с правой стороны тоже есть такой же мир. Просто за новый уровень хотел начинать. Все. Готово. Ту-ту-ту-ту. Как-то мало дали. О, здесь больше, смотрите. Здесь аж 6. Ой, вот это, наверное, мой... Ну как, не бесячий, он довольно запутанный на уровень. В плане того, что здесь... Кто-то туда залазишь, тебя туда отправляет. Ты вот это лазишь туда-сюда, непонятно куда.
О, я еще вспомнил эту. Мы будем Марио проходить с вами. Да, Марио всяких. Флинстоны. Вспомнил. Флинстоны. Ну и все. Колокольчик, который нам не нужен, потому что у нас уже максималка с вами. Не спрашивайте, куда я лезу. Ладно, не все потеряно. Не все потеряно. Только я потерялся. О, вспомнил еще это про зомби. Там, где мы должны соседей спасти от зомби. Скуби-ду? Ну, это классики всякие. Скуби-ду. Помню. Давно это было. Ну, здесь я вообще еду хотя бы туда, куда мне надо. Спасибо, что вы меня хотели телепортнуть самый низ. Да, хорошо. Ну, мне кажется, что я иду пока что правильно. Пока что. Самое главное здесь слово. И... Ага. Фух, ладно. Все-таки я правильно пошел. Давайте смотреть. 5000 мне должны за птицу и 230 за морковки. Да, все правильно. Ну, контишки уже не дают. Хотя у меня уже 13000. Котяк, что ты? Сначала мы проходим уровни, потом мы идем к боссу. Ага, очередной уровень с обходами. Да, сейчас бы прыгнуть на шипы. Ладно. О, да, тут же еще такие заманушки. Здесь всякие быстро ловушек на самом деле. А, еще есть эта игра. Чужой. Терминатор. Всякие гоночки, машинки, бокс, футбол. Футбол, бокс и все эти спортивные игры мы с вами играть не будем. Ну, а может быть там, знаете, от каждого взял там понемножку. Чисто для микро просмотра. И все. Всегда сгораю от таких уровней. Даже по сей день. Thanks. Снова, серьезно. Давай, убей меня. Понял. Крут. Я крут. I'm крут. Yes, 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 yes. Ну
А кто все сердечки потерял? Понимаю. Смерть равно минус сердечки. Не, я не буду, знаете, просто именно сохраняться и потом перезапускаться. Нет, раньше такого не было, я мог туда просто сохраняться только для того, чтобы, так сказать, не потерять лишнее. Ну, то есть, если вдруг игра там вылетит, либо крашнется, либо еще чего-то такого, чтобы я с самого начала не перепроходил. Хотя в интернете можно просто взять коды от каждого уровня. Да и все. Хотя да, на самом деле это хорошая мысль. И не очень, так сказать, нагруженная вещь, чтобы перепроходить каждый раз. Ладно, не обманут пока что. Ну и об этом же. А ладно. Баги с телепортами. Куда я иду вообще? Понимаете, я просто сейчас прыгаю. Ладно, я прыгал правильно. Вот у меня есть проблема с игрой, где просто запутаны эти странные лабиринты. Есть еще наподобие игры, я вспомнил, наподобие Зельды, что-то типа того. Так, и все, у нас остается только босс. Ну, смотрите, блин. Да, кошак. Этот враг будет, короче, из коробок вылазить. Главное быть всегда на коробке немного выше, чем он. Либо всегда быть на верхней коробке. Ну, типа, во-первых, тебя враг не достанет, и ты постоянно прыгаешь. Весь, вот весь уровень с боссом. Эй, койот, ты в порядке? Ты слышишь меня? Эй, ты куда? Да. Ладно, там у нас начинаются пещеры, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи, всем пока.